Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на моем спортивно-игровом канале RusFFPS, и по названию уже догадались, что это продолжение нашей не то чтобы любимой, но все-таки довольно-таки интересной рубрики. Вот, на самом деле еще не придумал, как назвать ее, потому что я еще первый видеоролик не выложил. Вот. Поэтому я еще не знаю, как назвать сие, значит, мое гениальное, значит, мою гениальную придумку, если так можно выразиться, конечно. Вот. В чем суть? Значит, мы играем... Идет у нас путь из 6 выпусков. Мы играем, значит, от новичка до звезды футбола в PS16. Здесь довольно-таки неплохой интеллект. Вот, искусственный. И, в принципе, все на этом. Довольно-таки хороший геймплей. И сегодня у нас, значит... ПСЖ против Лиона. Я хотел Монако взять, конечно, но Лион тоже неплохо. Вот, как раз таки я играл на новичке в предыдущей серии. Теперь у нас любитель, также 5 минут. Да, 5 минут хватит. Вполне 6 не стоит. 6 там уже мы немножко затянем наш выпуск. Вот, 6 это слишком много будет. Итак, значит, выходит наша команда на поле. ПСЖ Лион. Да, очень красиво. Вот, ну, в принципе, поехали, это у нас любитель, да, все, можно начинать играть, я там немножко подстроил камеру, поехали, в этот раз я, ну, там, на новичке я размялся, в предыдущей серии, если, кстати, не смотрели, ну, посмотрите, зайдите на канал, или, может, я там куда-нибудь закину, смотрите, какой, какая команда из маленьких таких прытких французиков. Прикольно. Вот, значит, Фекир. Еще до того, как стал известным. Хотя он, наверное, тогда еще был известным. Я точно не знаю. Вот, комментировать я буду полный матч. Поэтому, да, без всяких там перебивок. Да ладно, серьезно? Это любитель, что ли? Да вы чего? Можно просто вот так. Да, все, отдай мне мячик. Я сам пойду, куда мне нужно. Только не офсайд, плиз, офсайд по предыдущему выпуску, походу, опять будут такие офсайды, как я их не люблю. Очень не люблю офсайды. Так. Можно здесь как-нибудь, да, сюда и на ход. Отлично, и вот туда. И Лаказет можно вот так, а можно, да, и в центре гол. Отлично. Один гол есть, мне кажется, я даже быстрее забил, чем в предыдущий раз. Довольно-таки неплохо. Да, отлично, 21 минута, что-то долго я там настраивал свою пушку. И в итоге забил довольно-таки нестандартный гол. Вот. Может, что-нибудь мы красивенько сегодня, конечно, сотворим. Но я, конечно, хочу и голов много забить, то есть на 100%, так сказать, реализацию. И что-нибудь красивенькое. А это довольно-таки сложно. Я надеюсь, не офсайд. Да, не офсайд, окей. А смотрите, как обманул и удар куда-нибудь. Что-нибудь красивенькое. Ну, не то чтобы прям супер, но достойно внимания. Я даже повтор посмотрю. Значит, что мы сделали здесь? Я просто... Делал разворот туда, делал разворот обратно, ставя корпус. Здесь немножко раз, и довольно-таки неплохо. Почти в девятку там, или даже в девятку. Ну, хороший гол. Хороший. Хороший. Отлично. Ну и ПСЖ, естественно, любителю ПСЖ нужно отыгрываться. Такая какая-нибудь молодежка пришла такая. И так, это у нас... Рейтинг 60, если не ошибаюсь, да? Ну, прострелы, Лаказет, я думаю, должен был реализовать, конечно, это дело. Хотя, в теории, можно было и остановиться вполне и пробить так. Ну, попробуем в следующий раз. А времени-то у нас мало. Очень мало. Я думаю, в следующий раз можно будет Рому использовать. Там Салах, еще не перешедший в Ливерпуль. Вот, тоже будет интересно, там уже посерьезнее будет сложность. Полупрофи вроде как, если не ошибаюсь, да? Так, Лаказет, отдал пас, забег... А вот тебе отдам, да, окей.
Ух ты, обошел. Это у нас. Это, кстати, Фекир. Да зачем ты заблокировал? Я хотел забить гол красивый. Прошел тут, значит. Я думаю, стоит вызвать нам подмогу, да, и как-нибудь попробовать обмануть парижан. Например, ускориться и пробить вот так, да. Кто это, кстати, забил у нас? Какой-то ноунейм, да. Ну, я здесь тоже уделю время на повтор, потому что гол довольно-таки неплохой. То есть, что я сделал? Я просто какую-то дичь совершил. И здесь такой проход и... Да, неплохой гол. 3-0. Я думаю, что забью больше, чем в предыдущей серии. Там я забыл... забыл, да, класс. Забил всего 5 мячей. Немного, да, мне еще и карточку дали. Там, кстати, я совершил довольно-таки много фолов. Но карточку мне не дали. Смотрите, оп, отдай. Да. Ну так, ну давай туда его куда-нибудь. Блин, не дали мне забить. Ведем мы 3-0. Так, опять что-то нас расстроилось. Тут у нас... Ну, все серьезно, что ли? Да, вот. Так. Сразу же второй тайм начнем. Я думаю, тянуть не будем. Идея у меня такая появилась, типа, в предыдущей серии я играл, что я там играл, Лига ББВА, ну, то есть, испанская, да, в этот раз французская, в следующий раз будет итальянская, вот, русская здесь, отдай мяч, русской здесь нет, смотри, что он творит, а, любитель тоже мне, а, такие любители пришли, значит, чисто по кайфу мячик там повертеть, на, все, отлично. Так, отлично, вижу здесь... Да, отдай. Блин, они корпус-то это хорошо. Это вам не FIFA, кстати. Я запустил FIFA 14, но мне что-то не понравилось, я удалил и играю сейчас. Ну, так добивание-то можно сделать. Играю сейчас благополучно в PES, но в связи с учебой и научной деятельностью недолго и немного. И это, кстати, гол. Мы тут говорим, да, значит, а я тут забиваю. Это Талисо, или Талисо. Он, кстати, в Монако играл в сезоне 13-14, если не ошибаюсь. Просто я карьеру за Монако делал. Здесь я тоже уделю время на повтор. Так. Ну, здесь на скорости хороший гол. Хороший, не в девятку, но тоже неплохо. Вратарь не смог, значит, отразить наш... Великолепный удар, и мы идем дальше. Рабьё здесь уже. А, ну почти. Почти. Кавани досвидули. Оп. Добежит? Нет, нет. Корпус ставит, смотрите как. И это, да, это карточка, ну, здесь просто разводят мяч. Смотрите, интеллект думает. На любителя, да? Где вы такой еще видите? Так, подхватил мяч. Пройдет, нет? Да блин, я думал пройдет. Но мы уже видим 4-0. Довольно-таки стабильный счет, но почему-то ПСЖ начинают отыгрываться для любителя. Это как-то странно. Вы видели, двоих прошел. Я не перестаю удивляться и поражаться этой игре. Так, а вот увидел... Только, ну опять офсайд. Ну что за дичь? Вот, дай бог, как говорится, в следующий раз выиграть, ну, 3-0 хотя бы. Ой, ой, а что это такое? И это, да, 5-0, да? Ну, такой лайтовый гол, ничего тут такого. Мне понравился полет мяча, посмотрите, как он летел красиво. То есть, пиус, пиус. Классненько, красивенько. Прикольненько. Ну, значит, 5-0. Если я забью 6, ну... Побью рекорд новичка. Вот. Ну, в предыдущей серии я все о ней говорю. И поэтому, я думаю, вам стоит ее посмотреть. Лаказет. Пас в центр. И здесь остановились. И легонечко тыкс левой ногой. У меня, кстати, есть вроде в челленджах такой же гол примерно. Я там... А, я еще не смонтировал еще. Видос уже год, я все еще никак не смонтирую. Ну, ладно. Как-нибудь на каникулах, ну, летних. Вот. Это мы сделаем. И вы будете наслаждаться видосами. Да? Это будет круто, я думаю.
Так, может, седьмой, я думаю, вряд ли забьем, но постараться стоит. Так, здесь сразу автоматом подкат, ладно, он каким-то образом... У-у-у, смотри, что творят. Так, значит, сразу мощная, да, туда. Вы видели, что Ибра сделал? Мощный чел, позитивный. Так, оп, смотрите, оп, дальше. Дальше на скорости просто, и можно просто пробить. Ладно, он затерялся, и это гол, это хорошо. Все, в принципе, я думаю, на этом мы можем завершать, там уже концовка, ничего интересного. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, а я пойду запишу для вас что-нибудь еще интересное там. Салах и все дела. Все, давайте, всем пока. А смотрите, как обманул и удар куда-нибудь. Что-нибудь красивенькое, ну, не то чтобы прям супер, но достойно внимания, я даже повтор посмотрю. Недолго и немного. И это, кстати, гол. Мы тут говорим, да, значит, а я тут забиваю.